Ну что, дорогие друзья, всем привет! Наконец-то этот момент настал. Сейчас я преодолею 10 тысяч кубков, холдик, донатное дно преодолеет эту отметку. На самом деле, я всегда все стримы называю 10 тысяч кубков, говорю, что это моя цель, 10 кубков. Ну как-то себе приоритет никогда не ставил кубки в профиле, никогда за ними не гнался. В основном делал акцент на кубки персонажей. А это разные вещи. Если гнаться за кубками в профиле, я буду всех персонажей просто по чуть-чуть поднимать кубки. А я мог взять одного перса и тупо делать акцент на нем. И мог на это тратить неделю, две, пока его не подниму на 500 кубков. Ну, вот так вот сложилось. Ничего страшного, 10 тысяч преодолеем. И, конечно же, я дальше пойду на 11 тысяч кубков. Смотри ролик до конца. Надеюсь, будут катки очень интересными. Приходи сегодня вечером на стрим по ссылке в описании. Вот. Ну и завари чаек. Сделай бутерброд. Я буду очень тебе благодарен, если ты нажмешь на лайк. В последнее время очень много лайков, это безумно приятно. Вы прям фуру, тонну грузите лайков. Я не знаю, куда их девать, пацаны, куда девать лайки. Ставьте лайки, усаживайтесь поудобнее, рекламная пауза и поехали! А данный видеоролик сделан при поддержке компании 1xBet. Если ты увлекаешься спортом или киберспортом, у меня хорошая новость. У них там огромный ассортимент этого добра. У них большие коэффициенты, быстрые выплаты. В описании в закрепе ты найдешь самую полезную информацию, получай бонусы и удачи тебе! А также, ребята, еще по моему личному промокоду вы получите больше бонусов. В комментариях чекайте. Итак, ребятки, значит, 20 кубков осталось, я буду играть на Мортисе. Еще сегодня хочу пропать Барли на 500 кубков. Я так чуть-чуть уже поиграл и вот аккуратненько, потихонечку буду поднимать. В общем, надеюсь, что сейчас все будет отличненько, будет интересно каточки. Поехали. Мне эта карта очень нравится. Мне вообще нравится Штольня, мне нравится Фов, вот это. И раньше еще нравился Лабиринт. Сейчас этой карты нету, очень жалко. Поэтому мне по кайфу играть на этой карте. Такс, что еще хотел сказать? Кстати, вчера на стриме мы раздавали деньги среди тех, кто находится в моем чате VGamers. Поэтому, если ты тоже хочешь поучаствовать в данной теме, тем более там еще розыгрыш проходит на почти 5000 гемов. То есть 10 человек получат по 360 гемов. Что-то меня жмут. Если хочешь тоже принять участие, ссылочка на VGamers в описании, скачивай и вступай в чат. Если у тебя уже был VGamers или был аккаунт, не поленись, создай новую почту. Можешь создать несколько почт, если ты несколько аккаунт зарегаешь и вступишь в чат, у тебя шансы удваиваются и утраиваются выиграть гемы. Чем больше аккаунта ты создашь в VGamers и вступишь в мой чат, тем больше у тебя шансов выиграть. Плюс сегодня, вот кто будет в онлайне, в чате сегодня писать, мы вчера так делали. Мы заходили в чат, и люди писали, почему. Вот я, допустим, раздавал по 200 рублей, да? И я говорил, ребята, напишите, для чего вам эти 200 рублей? И напишите свой номер киви. Ну и мы читали, собственно, комментарии, тем комментариям, которым я проникнулся, которые, ну, реально, посчитал нужным скинуть деньги, просто сразу отправлял прямо на стриме. Поэтому приходи, сегодня тоже буду раздавать деньги. Но самое главное, это зарегистрируй новый аккаунт. Ссылочка на VGamers будет в описании. Поэтому, если хочешь халяву, я тебя жду. Ай-ай-ай, до конца марта такая тема действует, потом уже халявы такой не будет. Ну, потом я буду в Инстаграме раздавать деньги, поэтому, если хочешь на Инстаграм, потом позже подписываешься. Катка не очень, потому что много танков, прям жуть. Для меня рай, когда одни метатели на карте. Там Барли, Динамайки, понимаете, да? Блин, вот сейчас на Шелли выйди, она же у меня с двух тык. С двух же тык, да? А еще меня лагает. Еще меня планшет что-то притормаживать начал. Прям не понимаю. О, хорош. Блин. Так, кто там у нас? Да ну не стреляй по мне, а, ну. Так. Ох, вот это я обожаю такие штуки. Так. Ну, топ-1 вообще. Прекрасно, прекрасно, просто идеально. Идеальная каточка, хотя я считаю, это не лучшая катка вообще, ну, много танков прям. Плюс 7 кубков сходу, итого нам остается 13 трофеев, да, 13 трофеев получается, да. Да, 13 трофеев. Ну, поехали, поехали. Сегодня на стриме продолжу, естественно, апать кубки, поэтому приходите. Помимо того, что я буду деньги раздавать на стриме, я еще и играть буду. Каточки посмотрите, возможно, даже с вами поиграю. Вот. А так, у меня к вам, ребят, большая просьба. Если вот в VGamers вы уже были зарегистрированы, ну не поленитесь, ну выйдите с аккаунта и сделайте новую почту. Там вообще изи. Чем больше почт вы создадите, тем больше у вас шансов. Ну давайте вот. Тут реально можно проявить хитрость.
Просто мы потом всех участников чата экспортируем в таблицу Excel. Я через random.org буду выбирать победителей. То есть, чем больше у тебя будет аккаунтов, тем больше у тебя шанс будет на победу. Ай, ага, я забрал. Блин, лагает планшет. Не интернет, а планшет. Хотя планшет у меня реально, ну, свеженький, нормальный. Не понимаю, что он подлагивает. Может, из-за AR-сервера. Может, хер знает. А, хотя, бывает, и сервера лагают. Да ты посмотри, гля, вы посмотрите, это тупо за мной. Это тупо, она по мою душу. Вы посмотрите, как... Ай. Мне вас такие бесят люди, которые тупо за вами вас преследуют. Вот тупо от начала до конца она... Вот это тоже придурок за мной. Но у этого придурка расстояние не такое, как у Шелли. Он меня не догонит. Он придурок, он просто отбитый на голову. Посмотрите, у него вместо мозга желе в голове. Ну посмотрите, он просто за мной бежит. Тупое ты существо, ты меня не догонишь, я Мортис, конченый, выбери другую цель. Крутится, блин. Сейчас я тебе этот посох, знаешь, куда вставлю? Смотрите, они тупо... А чем я им не угодил? Я что, такой страшный для них? Он догнал меня, сука, грёбаный джойстик! Сука, он меня догнал! Палец соскользнул, грёбаный джойстик! Весь бой, сука, бегал за мной. Плюс эти лаги, это все вообще. Все, меня не бомбит. Все нормально. Блять, он тупо весь поединок за мной бегал. Весь поединок, тварь. И самое грустное, что они все-таки догоняют в конце. Это прям вообще бомбит. Что ты хочешь? Ты хочешь на Мортиса? О, хороший урон, мне нравится. Чикс с двух тык. Слушайте, я хочу сюда. Ну что такое? Ну откуда этот значок Wi-Fi, блин? Ну откуда этот значок Wi-Fi берется? Нет, это не планшет лагает. Это лагает игра. В последнее время очень часто. Вы чё, Нита с Динамайком в тиме? Ну, там, кстати, примат сейчас сдохнет. Надо забрать, пойти халявную баночку. Ну и шо вы хотите, а? Не понимаю, во шо, отыметь? Во шо, выйти отыметь? Так я сейчас выйду, отымею вас. Я сейчас выйду вас отыметь. Сука, ну, блядь. Ну ты чё такое, минус два. Ладно, все. Все, давайте без вот этих понтов. Давайте играть нормально. Давайте, вот сейчас я серьезно буду играть. Блин, а ведь нормально. Надо было просто убегать от них. У меня сколько банок было просто. Бык. Тут шансов нет вообще. Начало донное. Все отлично. Я чувствую, как-то вот все равно подтормаживание есть. Это я ненавижу, когда вот так вот играю. Вот притормаживание есть. Вот оно притормаживает. Лагает. Не понимаю. Ниту я не выиграю. Ну как-то не чувствую. Блин, плавности нету. Прям в жесткие притормаживания. Вот, что это? Не, ну это я. Туда-сюда. Я имею в виду... Чё ты глючишь? Дайте мне отсюда выйти, а, пацаны. Зажимает бык. Надо куда-то свалить. Не дает. Бык не дает. Свалить. А там Шелли, да? Давай, бык, только не подходи ко мне. Оп, я свалил. Блин, я не знаю, я вообще очень в плохом сейчас положении. Очень в плохом положении сейчас. Оп, хорошо, 7 бойцов еще. Одни Шелли с ультой. Тут есть кто-то? Тут никого нету. Ну куда мне деться? Боже, как напряжно.
6 бойцов еще. О, сейчас минус Нита. Найс. Так, Шелли на Шелли. Пошла жара, пошла. Да что такое, сука, как меня это бесит. Гребаная автоатака. Тупо за текстуру зацепился. О-о-о. Давай-давай-давай-давай. Оп, хорошо. Давай-давай, ульту. Отлично. Ну все, топ-2. Топ-2. Меня устраивает топ-2. Меня устроит топ-2, отлично. Блин, сложная была катка. Хорошо, плюс 6 кубков. Итогошеньки, нам осталось... Сколько нам осталось до 10 тысяч кубков? Нам осталось до 10 тысяч кубков 8 трофеев, пацаны. Это 2 поединка примерно. Ну давайте, давайте, я постараюсь за 2 поединка уложиться. Фух, постараюсь не проиграть. Буду играть аккуратненько. Потому что за Мортиса, блин, особо не побыкуешь. Так. Хорош, начало нормальное. Одна банка, это уже плюс к победе. О, вот это вообще, вот это бонус, вот это для меня бонус. Динамайк, это для меня бонус. Угу. Мы его сейчас пойдем убьем, Это хорошо, что тут именно зареспавился Динамайк. А не какой-то там Эль Прима и Шелли. О, еще и Барли есть. Да, все, это победа. Это, друзья, победа. Это катка 100% победа. Уф, сколько метателей. Смотрите. 7 банок, это опасно, это очень опасно, надо быть осторожным. Так еще лагает, блин, вы понимаете, лаги, блин, жесткие. Я хочу, ну, некоторые моменты нужно резко реагировать, но я не могу за счет... Сука, ну что за торможение? Я не могу играть с таким FPS, я не знаю, это тупо вот так вот кадрами все. Невозможно просто. Вот сейчас не вообще неприятно играть. Кстати, кольта могу я и сам дернуть. Блин, ну там динамайк опасный. 7 банок. Слушайте, с такими лагами. Да сука, ёбаный кактус. Сорян за мат. Да ну. Я буду жаловаться на лаги, потому что бесит. Ну вы сами видите, да, как у меня лагает? Я не знаю, видите вы это или нет. Я стараюсь со всех сил. Так, примат! Бредятина, тупо бредятина какая-то. Плюс один, всего лишь плюс один. Не получится за две катки, не получится. Придется еще махаться. Поехали, я не сдамся. Я дапаю этих, я вообще 10 тысяч кубков. Я не знаю, видны вам лаги или нет, но лагает просто противно вообще. И именно такие, знаете, ну, вроде не зависает, а вот какие-то такие проседают кадры тупо. Не знаю, интернет это мой или же сервера. Мне это как сейчас так... От этого как-то сейчас не легче, если я узнаю, от чего лагает. Мне бы вообще просто, если бы не лагало, вот это меня бы устроило сейчас. Ну ничего, я доапаю даже вот с этими вот лагами. Вот видно вот сейчас. Вот видите, да? Чуть-чуть так видно подтормаживание. Ладно. 10 бойцов еще, много танков, я мало банок взял в начале, поэтому будет как-то вот сложновато. Так. Пук-пук-пук-пук-пук-пук-пук. Боже, как невозможно играть. Так и знал, сука. Нифига себе. И что делать? Загнали зайца. Отвалите от меня, пожалуйста. Реально, отвалите от меня, пожалуйста. Надо как-то уйти. Шелли, уходи. Все, отлично, Шелли ушла. 8 бойцов, сюда переходим. Так. Можем выйти. Так, одну Шелли вижу. Не знаю, эти кусты не проверял. А я думаю, там никого нет. О, заруба, заруба. Найс. Сейчас подойду вовремя. Самое главное вовремя нанести удар. Просто хлысти все и нет. Сейчас вот эту Шелли заберем. Так, спасибо.
Тупо халявщик. Так. 5 бойцов еще, окей. Я, конечно, на топ-1 не претендую, но плюс 4 хотелось бы. Оу. Ну да, все. Это плюс 6 кубков. Слушайте, по-моему, 10 тысяч. По-моему, 10к. Давайте посмотрим. Я просто там уже сбился со счета. Нет! 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 Просто нет! Что? Что? Какого хера ровно? Я не могу просто. Я просто не могу. Один сраный кубок. Фу, боже, один кубок. Ну поехали, друзья, поехали. Пожелайте мне удачи. Пожелайте мне удачи. Этот один кубок, блин, всегда вот это волнение сейчас и закон подлости. Ладно, я сделаю это. Блин, примат это плохо, он сплэшок. Блин, Барли не хочу. Вот Динамайка вообще на изи, а вот Барли что-то не всегда у меня получается выиграть. Да еще сейчас с таким вот... Так, два бокса, это уже неплохо. Так, туда заходить не буду, это какая-то мышеловка. Мортисоловка. Хотя зайду, никого нет. Зайду, проверю, что тут. О, 4 баночки, это вообще шикарно. Так, самое главное сейчас не проиграть, потому что остается один кубок, и у тебя начинаются качели. Так. Так. Сейчас бы резко так прыгнуть на Мортиса. Так, примат. Не-не-не, примат, уйди. А-а-а! Бесишь. Как меня бесит, когда Мортис зацепляется за текстуру. Так бесит это. Да, он облизывает текстуру, его не так легко там убить. Но ты сдохнешь уже, нет? Все, наконец-то. 7 бойцов осталось. Но если сейчас сдохну, это минус 1 будет. А надо плюс 1. Так. Шо это? Шо это? Откуда этот примат взялся? Все, 5-м плюс 1 должен быть, да? Тупо подошел, примат летит на тебя. Как комета. Так. Блин, я не знаю, меня бесит этой лаги просто, и меня прям аж бомбит, хочется прям разбить планшет. Есть, ну все, все, это... А где в Мортис? Он в стелсе, типа? А, вот он. А ну, вывезу я на топ-1. Мог вывести, если бы был чуть-чуть скилловый. Ну все, ребята, плюс 6 кубков, 10 кубков, ты дышь, вообще просто. Ох, вот эта звезда. Вот эта звезда, она мне очень нравится. Прям красивая такая, с крыльями. 10 тысяч кубков, уже приятно. Уже приятно забрать мегаящик. Слушайте, ну, я его не буду сейчас забирать. Я его сейчас не буду забирать, потому что мне смысла нет его открывать, так как я ничего нового не выбью, кроме как золота и Карла. Все, больше ничего не выбью. Давайте мегаящик откроем, когда я прокачаю Фрэнка на 9 уровень. Если поставить вот Фрэнка на 9 уровень, давайте 9000 лайков, прокачиваю Фрэнка. Вот реально, пришло время Фрэнка. Надо Фрэнка апать, я хочу Фрэнка на 10-й. На Фрэнке поиграть. Фух, смотрится красиво 10к, реально. Ну, 10к и 10к, надо двигаться дальше. Идем теперь к 11. Ух ты, блин, 14. 12. Дальше ничего не меняется. Вот за 11 я получу всего лишь 300 золота. Да, жесть. Дальше ничего не меняется. Дальше те самые лиги, там беспонтовые призы. 10к это реально уже такая отметка. И свыше 10к это как зайти в Clash Royale в легендарную лигу. Дальше это чисто уже понт.
Все, 10 тысяч есть. Ну, естественно, я... Это одна из целей, но вообще хочу всех персонажей на 500. Поэтому на 10 тысяч, естественно, я не остановлюсь, пока всех не подниму на 500 кубков. Вот это моя цель, когда подниму всех на 500, вот это уже будет что-то. Вот это уже я неплохо. Но дальше я перейду на своего твинка и создам проект без доната. Буду играть без доната, прокачиваться, посмотрим, насколько смогу высоко дойти. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь, потому что в будущем еще много контента, много чего интересного. Вы не пожалеете. Спасибо всем за просмотр. Приходите сегодня на стрим и залетайте в чат VGamers. Буду раздавать деньги. Всем до новых встреч, удачи и пока.